Всем привет, дамы и господа. Давайте с вами немножко протрем наши уши, глаза, освежим мысли, изгоним негатив друг из друга. Ну, это я шучу. У нас нет негатива, мы все люди очень позитивные. Это слышится и видится. А что нам с вами, что нам? Жаловаться на что-то. Все есть, красота есть, винтаж есть, антиквариат есть. Как говорится, все есть. Говорю я, смотря на этот интересный сет. Смотрите, какой необычный. Он очень старинный, я вам скажу. Но что-то здесь, может быть, какие-то... Не знаю, что-то вот предполагалось на этих крючках, да? Может быть, кто-то мне подскажет? Кто мне скажет? Где она? Очень, кстати, оригинальная работа, хочу сказать вам. Мастер, просто какой-то вот новатор, конструктор придумал это. Вот это вот, смотрите. Они не падают. Почему они не падают? Потому что они, смотрите, вот на таких вот конструкциях. Честно сказать, я такого раньше не видел. Может быть, просто я не присматривался. Может быть, где-то. Ну и даже где-то на барахолке. То есть ты же не будешь все руками там обтаскивать. А видите, какая хорошая конструкция? О! Это просто, можно сказать, кулибин какой-то. Такие чудесные такие вот рюмочки, золочение, ребята, это была дорогая вещица. И вот таким образом они имеют просто великолепную устойчивость. Вот можно вшестером выпить, закусить, ну, проделать всякие пассы в отношении друг друга, поздравить, я имею в виду, там пожелать, подарить. А то, знаете, как сразу, может быть, кто-то подумает, что я что-то пошлое имею в виду. Хотя бывает и имею. Бывает вот. Не буду себя выгораживать. Могу какую-то пошлую шутку запустить. Ну, а что делать? Что делать? Надо же как-то взбалтывать атмосферу. Да, в общем, посмотрели мы с вами, ребята. Шикарная вещь. Единственный вопрос вот к этим крючочкам. Видать, там что-то может быть, предполагалось, не знаю. Вот. Ну вот серебряная свадьба, ребята. Негаснущий костер. Вот такая вот серебряная свадьба, ребята. Антикварный, душевный разговор. Ну, эта свадьба была где-то до войны. Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Вот такая шкатулка. Угу. Вот. Ну, хрусталь, соответственно. Вот чудесная. Ой, ваза какая. Ой, тяжелая. Ой, красивая. Ой, 60-х годов. Ой, не использован. То есть одни ой. Все время ой. Вот так вот. Красиво, богато. Что еще говорить? Шкатулка 10 евро. Огромная такая. Ну, такие салатницы. Это вообще очень древняя штука. Так, ну, в общем, все понятно. Смотрите, да? Что это у нас? Что это? Это что-то вообще какое-то... Ничего не понятно. Что это? Какая-то тычинка какая-то или какой-то пестик. Что это олицетворяет, а? Что это такое? Не могу вам сказать. Вот такая вот интересная. Раз. Опа. И все там.
Загадка, ребята. Клуб знатоков, что, где, когда. Отправляем. И все. Тут целое послание. Ой. Хендмейд. Ну, в общем, все реально, все красиво. Так, что здесь? Здесь вот это. Костяной фарфорец какой-то. Такой вот. Видите? Белизна. Блюда. Все ясно. Ох, какой балдежный, чуть ли не Сан-Суси. Это кайзер. А-а-а. Вот какой кайзер, господи. Суперский. Я его, видите, обозвал Сан-Суси, но я думаю, я его не оскорбил. А он даже как-то, может быть, и взгордился тем, что я проявил, видите, уважение, какой клюв красивый. Теснение. Душевный разговор. Красивые вещи. Это тоже что-то очень, очень приятное. А вот Тиршенрой. Возможно, мы обряды знаем плохо. Возможно, мы их стали забывать. Вот. Но мы пока не забываем, конечно. Стараемся, как можем, обряды. Тоже какой-то очень фирменный. Угу. Так, ну не будем здесь зависать, ребята. Самое главное не зависать. Это, знаете, человек, это привычка такая, знаете, зависать, где-то зависнуть. А надо себя как-то подгонять, говорит, так, прекратите. Видите, это дорогие штуки из дорогих наборов. Эсик. Здесь был уксус. Боже мой, страшно открывать. Страшно просто открывать. Ой, боже мой, здесь вообще. Что-то, какая-то конструкция. Одной рукой, знаете, неудобно. Вот антикварная вещица. Вот такая. Керамика. Мельничка. Все, видите, как из тех далеких лет. Когда люди еще думали, что все обойдется. А оно не обошлось. Вот не обошлось, и все. И все. И все теперь вот так. Непонятно для чего. Вот видите, мужчина вам говорит, ребята, не поддавайтесь ни на какую агитацию. Думайте сами и решайте сами. Все. Какой подсвечник. Что-то темнит здесь свет, ребята, понимаете, как-то вот темнит. Ну ладно. Что мы можем сделать? Снимаем против света. Так, не буду здесь долго. Я вот не люблю вот это, знаете, заныривать куда-то там, руки запускать под пальто. Помните, такая была песня? Руки под пальто, руки под пальто, руки под пальто, руки под пальто.
оригинальные, конечно. Очень оригинальные. Томас. Подсвечники огромные. Арт-деко, ребята, это 20-е годы. Великолепный фарфор, легкий. 19 евро целый сервиз. Вот я вам покажу, если вы увидите, как просвечивается чудесно. Кайзер. И, кстати, девственные, господа, абсолютно винтерлинг, абсолютно за 19 евро. Спрашивается, зачем люди его брали, если они не собирались его использовать. Брали ведь, вероятно, исключительно для того, чтобы пользоваться. Но видите, почему-то вот у них вот не получилось это все. Как-то не пошло. Что это? Что такое? В чем дело? Такая сахарница. Сыровочка. Винтерлинг, кстати, ребята, это очень хорошая компания. Смотрите, какой кофейник, да? Все в нем прекрасно. И вогнутое дно. Все в нем красиво. И цена копеечная. Это воск, ребята, очень старинная вещь, 15 евро. Очень декоративно все. Принц. Кстати, это баварский флаг. Очень старинная, кстати, вещь. Как она дожила до наших дней, просто загадка. Италия. ГДР. Тихо, такой же ГДР. Юлеро и Бог. Ребята, я думал веб. Видите, как надо быть внимательным. Качественные, кстати, фигурки. Да, господа, есть вещи красивые. Вот уголок недорогой. Стоит каких-то 80 евро. А тут шкаф стоял, помните, на котором была собрана вся инфекция Европейского Союза. Помните, такая, да? Разделочная там на нем была поверхность. Инфекция просто бушевала. Вот его купили, между прочим, почему-то.
Так что о вкусах не будем спорить. Вот Винтерлинг опять очень качественный. Ручная, кстати, роспись. Для чего эти штучки, господа? Вернее, не господа, а дамы. Господам, наверное, это не нужно. Такие на ножках. Ну, что-то туда нужно класть. Такое впечатление. Страшно даже. Ух ты. Какие-то принадлежности, смотрите. Какие-то швейные, может быть. Ну уж сюда тоже. Да, наверное, швейные принадлежности. Вот, господа, арт-деко высокого качества. Класс. Плохо видно. Довоенный сервиз, смотрите. 20-е годы. Потрясающе. Для горячего блюда. Для супа. Великолепно. Прелесть. Кстати, вот продолжение Винтерлинга, ребята, очень хорошая вещь. Вот это вот я вам скажу, тому нет цены, вот этому вот, смотрите. Вот этому вот нет цены. Вот эта Ирина вообще, которая просто, она должна стоить страшных денег. Это очень качественная посуда, смотрите, какой дизайн. Это абсолютно чисто Винтерлинг, никогда не ошибешься. Они бывают... Платиновая, это золотая. Для горячего. Шикарные миски. Ну, вот немножко ободрано. Ну, что делать? Жизнь же нелегкая штука. Вот такая вот столовая часть сервиза, которую вот мы смотрели с вами. Вот именно она. Пластерина, конечно, песня. Уже, кстати, Вилерой.